Вам, уважаемые участники, огромные слова благодарности, что вы своим примером заражаете людей рядом с вами, с тем, чтобы они занимались спортом, занимались физкультурой, поддерживали себя в хорошей физической форме. Самые спортивные работники Балаковского филиала АО «Апатит» приняли участие в общезаводской спартакиаде. Это мероприятие традиционное. Оно проводится уже в 18-й раз. До введения в эксплуатацию спортивного комплекса на территории завода спартакиаду проводили в зале 25-й школы. Но уже во второй раз она проходит в современном спортивном ФОКе. И в этом году впервые в состязание включили эстафету по плаванию. Этот этап проходил в новом бассейне, который уже успел стать любимым местом для занятий спортом у многих балаковцев. За 4 месяца вот этот спортивный комплекс наш, когда после введения бассейна, посетил уже больше 9 тысяч человек. А за весь прошлый год посещение было порядка 12 тысяч. То есть народ тянется, народ хочет сюда ехать. Мы специально организовали сюда доставку людей, автобусы полные, народ приезжает. Готов заниматься. Прыжки в длину, дартс, плавание, волейбол, мини-футбол, перетягивание каната – это те дисциплины, в которых должны показать свои возможности 7 команд, вышедших на старт. И каждый участник подходил к выполнению заданий с соответствующим настроем. Самое главное – получить положительные эмоции. А там война, план покажет. Никак, в принципе, не готовились. Настраивались морально, знаем, что победим всех, как и в прошлом году победили. Так что ничего, даже не придумали нового. Собирались, пытались прыгать в длину, отбирали лучше, скажем так. Пытались накидывать дротиками в мишень. Ну, играли в футбол. Важность корпоративных мероприятий сложно переоценить. Во время командных соревнований коллектив объединяется. Сотрудники проявляют свои способности и узнают друг друга с иной стороны. Чтобы люди не думали только о работе, чтобы могли сплотиться в такой неформальной обстановке, почувствовать корпоративный дух. Пообщаться не на производственные темы, а в нашем спортивном зале. То есть на самом деле это очень-очень хорошо, и это воспитывает людей, и любовь к компании, и любовь к спорту в первую очередь. И командный дух во время спартакиады объединил всех заводчан. Участники состязаний выкладывались по полной, стараясь приблизить свою команду к победе, а болельщики поддерживали своих товарищей. В итоге в общекомандном зачете победила команда ЦФУ, та самая, которая стала первой и в предыдущей спартакиаде. Второе место у СКП, третье у спортсменов МАФ. Но по большому счету в плюсе остались все участники, потому что они получили заряд положительных эмоций и доказали – спорт объединяет.